5 сентября 1976 года скончался председатель Коммунистической партии Китая Мао Цзэдун. А на следующий день исполнилось 12 лет Ма Юню. Так на самом деле звали будущего миллиардера Джека Ма. Для его семьи новость о кончине Мао была скорее из разряда радостных. Родители зарабатывали на жизнь пинтанем, традиционной мелодикламацией под аккомпанемент, которая была под запретом в годы культурной революции. Ма Юнь, как и его родители, тоже умел выступать на публике. Но больше всего ему нравились уроки английского в школе. Чтобы в совершенстве выучить язык, следующие 9 лет по утрам он приезжал на велосипеде к отелю Ханчжоу и бесплатно вел экскурсии для иностранных туристов. В 1988 году Ма окончил педагогический институт Ханчжоу и получил там должность преподавателя английского языка с окладом аж 12 долларов в месяц. Для Китая в то время это были неплохие деньги, но Ма хотелось большего. Поэтому в 1994 году он открыл переводческую компанию и впервые оказался в США, где увидел интернет, о котором в Китае тогда вообще никто не знал. Первая попытка интернет-бизнеса, аналог желтых страниц на китайском, у Ма не выгорела. Пришлось идти на госслужбу в Министерство внешней торговли. Однажды ему поручили сопровождать американского бизнесмена к Великой Китайской стене. А это был Джерри Янг, один из основателей Yahoo. Разговоры с Янгом так вдохновили Ма, что в 1999 году он убедил 17 друзей стать сооснователями интернет-компании Alibaba и зарегистрировал ее прямо на своей ханчжоуской квартире. Сначала это была торговая площадка для китайских производителей в поисках западных заказов. А в 2003 году Alibaba объявила войну eBay и запустила онлайн-магазин Taobao. Сейчас на компанию Джека Ма приходится 70% интернет-торговли в Китае, а размещение акций Alibaba на бирже принесло ему вместе с партнерами 25 миллиардов долларов и сделало бывшего преподавателя самым богатым человеком Азии.